Горацио Пагани и его команда снова создали произведение искусства, способное передвигаться со скоростью более 350 км в час. В студии Модонезе будет создано всего 5 роудстеров в дополнение к 5 существующим купе. 7,3-литровый двигатель V12 компании Mercedes-Benz AMG при нажатии на педаль ревет, как дикий зверь. Ему вторит шум воздуха, попадающего в воздухозаборник, расположенный прямо над головой водителя. Благодаря исключительной прочности карбона-титанового монокока, для версии без крыши, которая в сложенном состоянии находится спереди, ему понадобился лишь очень небольшой редизайн. Колесные гайки, на которые нанесен логотип Пагани, выполнены целиком из титана. Этот автомобиль, как утверждает его слоган, другой, и на то есть причина. Поклонники называют его «Иво», и на настоящий момент это уже 10-я версия этого спортивного седана. Lancer Evolution выигрывал для своих пилотов чемпионаты мира по ралли с 1996 по 1999 года и Кубок конструкторов в 1998 году. Одна из самых передовых технологий в Lancer Evolution — это система динамического контроля автомобиля Super All-Wheel Control, косвенно распределяющая крутящий момент на колеса. Система использует имеющуюся тягу, благодаря чему Lancer Evolution получает непревзойденную плавность прохождения поворотов, ускорение и безопасность. Каждая деталь Lancer Evolution, от гоночных аэродинамических обвесов до алюминиевой крыши, широких крыльев
и вентилируемого алюминиевого капота разработана с целью обеспечения производительности и безопасности.
Теперь машина оснащена новейшей технологией – полосой с шипами. Новейшая разработка SCPD выстреливает сзади автомобиля полосу с шипами. Если другая машина наезжает на полосу, она будет временно обездвижена. Воспользуйтесь этим и не теряйте времени. Количество полос ограничено, на перезарядку требуется время. Так что используйте это оружие только когда успех гарантирован. Информация о доступности системы появится на вашем дисплее. Название Dodge Charger всегда ассоциировалось с мощью. Четырехдверный Dodge Charger SRT8 – передовой и многогранный muscle car. 6,1-литровый Hemi V8 эффективной мощностью 425 лошадиных сил настолько же мощный, как и его легендарные предшественники эры классических muscle car'ов. Dodge Charger оснащен электронным контролем устойчивости, помогающим удержать машину на дороге при экстремальном маневрировании. Под выступающими колесными арками видны колеса на знакомых пятилучевых алюминиевых дисках. А агрессивная решетка радиатора, массивные крылья и покатый склон крыши фастбека позволяют Dodge Charger, как говорится в его слогане, стильно доминировать на дороге. Заклинание не сработало.
История этого автомобиля берет свое начало в боксах Лимана, где после 16-й победы инженеры решили разработать концепт, демонстрирующий предел технологических возможностей. 1270 экземпляров этого автомобиля было собрано вручную, потому как эксклюзивность должна иметь предел. Сверхлегкий кузов Carrera GT, выполненный из углеродного волокна, способен справиться с мощностью в 603 лошадиные силы и скоростью в 323 км в час. Carrera GT легче, чем самый легкий современный Porsche. Самый продаваемый спортивный автомобиль в мире 2006 года безошибочно опознается как продукция Porsche. Типично поршевский нос образует три воздухозаборника. Явное свидетельство того, что управление воздушным потоком определяет общий дизайн. Двигатель закрыт великолепным двухкупольным кожухом из перфорированной нержавеющей стали. Выражение радости BMW Z4 S-Drive 35 — современная интерпретация классического роудстера, построенная по мотивам BMW 315 1/30
и BMW 507 50-х годов. Адаптивная подвеска очень точно передает всю мощь на колеса автомобиля на любых оборотах двигателя. Все, что нужно шести цилиндрам с двойным наддувом, чтобы доставить водителю ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения с открытым верхом, это легкое нажатие на педаль газа. Водить Roadster — это показатель стиля, а не экстравагантности. Удлиненный капот подчеркивает низкую среднюю линию кузова и ведет взгляд к мощной задней части. Самое трудное решение, которое предстоит принять водителю этой машины, это понять, действительно ли кратчайший путь самый приятный.